Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу рассказать вам о таком креме. Это крем от морщин на лбу и лице от компании Йока, противовозрастной корректирующий крем. Крем от морщин на лбу и лице прекрасно увлажняет кожу, разглаживает морщины, заставляет кожу лица сиять и идеально подходит от мимических морщин как для мужчин, так и для женщин. Крем можно использовать на коже любого типа. Объем его 50 грамм. Ну и здесь не могу показать, что внутри. Там просто беленький такой крем. Белого цвета, легкий по текстуре, хорошо распределяется по коже, очень быстро впитывается. Ну, он защищен мембраной. Выглядит, может быть, не самым привлекательным образом, но по действенности очень хорош. Вообще компания Йока замечательные продукты выпускает в области косметологии, и я бы очень рекомендовала обратить на нее внимание. Этот крем создан на основе натуральных природных компонентов с использованием современных технологий. В своем составе он содержит масло дерева ши, которое обладает прекрасным омолаживающим и тонизирующим действием. Крем глубоко увлажняет кожу, разглаживает мелкие мимические морщинки на лбу и на лице, а также предотвращает появление новых морщинок. Обладает эффективным противовоспалительным и регенерирующими свойствами, оказывает питательное, освежающее и омолаживающее действие на кожу. Он укрепляет кожу, повышает тонус и существенно улучшает структуру кожи. Быстро придает коже сияющий здоровый вид. Как уже было сказано, подходит для любого типа кожи, ну а самым главным образом он воздействует на исчезновение морщин. Использование данного крема наносится на чистую кожу лица и массирующими движениями от центра к краям втирается до полного впитывания. Использовать его рекомендуется 2 раза, но это однозначно, утром и вечером, а при возможности можно еще и 3-й раз пройтись по проблемным местам, особенно лобная часть, и получить через некоторое время хороший результат. Ну, вот как обычно, на производитель показывает, что должно произойти, и здесь именно лобная часть с морщинами, которые были и которые заметно изменили свой вид, вот что должно произойти. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.